сегодня я хотела вам показать свой чеснок, зимний чеснок, который я под зиму сажаю. И вот я вам уже его показывала в мае месяце, по-моему, да, числа, может быть, 10 или может быть 11, на какой он был у меня еще совсем небольшой. И вот он на сегодняшний день, а сегодня у нас 12 июня, на сегодняшний день он у меня вот такой вот большой. Посмотрите, и красивый, и весь зеленый стоит. Посмотрите. Наверное, он мне достигает уже, наверное, по пояс. Вот так вот, да, если взять перо, он мне уже по пояс получается. Вот такой вот шикарный чеснок получается благодаря подкормкам, которые я делаю. И подкормка, и в то же время обработка, которую я делаю. Вот. Сейчас мы проведем с вами еще одну подкормку. Наверное, она будет заключительная, вот эта подкормка. Я, конечно, ну, я имею в виду то, что касается, то, что я делаю с нашатырным спиртом, это будет у меня последняя подкормочка. Да, потом я буду подкармливать уже совсем другим. Вот, буду подкармливать зеленой своей настойкой, про которую я уже вам говорила, буду подкармливать вот этой настойкой. Сейчас что мы сделаем? Мы взяли 10-литровую леечку, опять набираем сюда 2 столовые ложки нашатырного спирта. Нашатырный спирт у нас это азот, которого не хватает нашим растишкам, нашему чесноку. Посмотрите, зелень какая хорошая. И не будет никакой луковой мухи. Вот таким образом мы все сейчас вам... То есть до этого я грядочку подрыхлила, еще раз ее подрыхлила, прополола ее вчера, хорошо полила. То есть подкармливать такой настойкой нужно обязательно на влажную почву. Почему? Чтобы питание было хорошее, чтобы луковицы наши хорошо пропитались и развивались. Корневая система, чтобы хорошо развивалась и головка завязывалась. Обязательно промачивайте землю и рыхлите, и только потом уже подкармливайте. Вот, сейчас мы пройдем вот по этой грядочке еще раз по листве. Вот таким образом мы прольем свой чесночочек. Ну, шикарный чесночочек, просто шикарный. Посмотрите, какой он богатый, высокий. Мне этой грядочки хватает на все-все-все. На мою грядочку, вот этой леечки, мне достаточно. Вот, посмотрите, какое перо. Хороший, добротный. Вот. В общем, кому понравился мой ролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили новые оповещения. И хочу пожелать всем здоровья, теплого лета, солнечного настроения. Вот. Берегите себя и своих близких и родных. И до новых встреч, друзья!